Всем привет, это Лава Медиа. Я нахожусь в потрясающем по своей красоте месте. Вот там Азатское ущелье, здесь эллинистский храм Гарни, вечер субботы, и здесь сегодня очень многолюдно. А все почему? Все потому, что сюда добралась музыкальная экспедиция. И здесь, вот на этой площадке, через несколько минут начнется джазовый фестиваль. Сразу стоит оговориться. Это уже третий концерт в Армении в рамках проекта «Музыкальная экспедиция». До этого зрители слушали Шуберта, Баха и Бетховена в исполнении лучших музыкантов с мировым именем в Ереванском парке влюбленных. Еще один симфонический концерт прошел в музее имени Арама Хачатуряна. Ну и вот финал – джаз Гарни. Ну, во-первых, это красиво, как говорится. Сегодня, конечно, очень парадная история. Сегодня для нас так вообще необычайно гордо и приятно, что у самого известного вида во всей стране стоит наша сцена как реплика вообще. В музыкальную экспедицию на Южный Кавказ отправились лучшие музыканты из России, Австрии, Армении и Канады. Фестиваль колесит по миру уже 10 лет. Его цель – донести красоту музыки до всех и каждого. Очень часто мы приезжаем выступать в какие-то места, где живут люди, не имеющие представления о классической академической музыке. Это какие-то отдаленные поселки, какие-то заповедники. Скажем, повезло этому месту, что эта красота действительно, что воссоздали этот памятник. А бывают места такие же красивые, на которых не так много обратили внимания. И мы там ставим сцену и показываем людям красоту, любителям музыки, а местным жителям красоту тех гармоний и тех произведений, которые мы играем. Особенность сегодняшнего вечера в том, что музыкальная экспедиция в этом году здесь заканчивает свой сезон. Ну и кроме того, сегодняшний концерт проходит в рамках празднования столетия Шарля Азнавура. Азнавур очень любил джаз, дружил с Леграном, много исполнял джазовых стандартов. И вот эта песня, которая называется «For me, formidable», она написана в традиционном джазовом стиле, и она написана на двух языках, на французском и на английском. А это такая история любви, признания в любви франко-говорящего мужчине к англо-говорящей женщине. Я очень рада, что в этом году наконец-то музыкальная экспедиция состоялась в Армении, потому что я здесь не первый раз, и то, что мы играем в Гарни, для меня просто подарок, потому что я обожаю это место, и я всегда, когда бываю в Ереване, езжу сюда, потому что это прям место силы, место энергии, место красоты. И когда я услышала, что концерт будет здесь, я была в диком восторге. И все здесь способствует тому, чтобы музыка рождалась, лилась и вдохновляла всех вокруг. Азатское ущелье уже спустилась ночь, ну что вы хотите, все-таки конец сентября, темнеет рано, но джаз здесь, возле храма Гарни, будет звучать и звучать. Программа рассчитана на несколько часов. Как всегда говорю, очень жаль, что вас здесь не было. Это Лава Медиа, меня зовут Антон Петрович, подписки, лайки, колокольчики, мы вам рады, вам будет рада. И Армения, приезжайте сюда.